наше время истекло. Значит, я просто, знаете, что скажу? Вот этот знак изобрели мы двое. Денисенко Андрей, суперспециалист, компьютерщик. А идея моя. Вот. Когда-нибудь за нее премию дадут. Или по шее. Или знаете, кому дадут? Сейчас в стране гибнут тысячи людей. Не так. Аварии каждый день. Именно из-за вот этого опасного излучения. Я еще раз скажу. Нужно что-то сделать реально. Это может быть, так сказать, руководитель милиции, именно ПДС, например, среднего звена, вот, который, может, ему пора на пенсию, он не боится никого. А может, он молодой и хочет сделать карьеру, что я сейчас докажу, что мы спасем тысячи людей, и моя карьера в гору, и я потом буду министром, милиционером, уже в ранге министра. Вот. Но кто-то должен взять, сделать таких сотню, потратить на это денег сотню таких вот ярких, ограничивающих вот таких знаков, так, выявить, где их надо ставить. У дороги смерти известны. И там, где стоит по 10, 20, 30 памятников, в ряд стоят, где смерть, смерть, смерть процветает. Все знают. В крайнем случае наняли таких, как Железов. У нас мало, но мы есть. Которые с помощью рамок найдем с точностью до сантиметра. Эти подземные трещины. Вот. Я тут, знаете, время истекло, 6 минут осталось. Я всегда удивляюсь, да? Итак, люди погибли на улице. Идет это биг-трое красавцев. Я всегда удивлялся, насколько они, почему я им не верю. Потому что, казалось бы, ну есть природная способность у человека. Это владение рамками или лозой. Это, ну, рагулина из этого, из дерева. Это называется лозоходство. Это старинная профессия. Очень полезная. Это воду найти можно. Ограничить доступ, переставить кровать, чтобы не заработать рак, тоже можно. Все это мы можем. Ограничить, появились скоростные машины всего 100 лет назад. До этого не было. И вот тут востребованность у нас в белокарточках огромная, немыслимая. Вот. Нас даже пылинки сдувать. И тогда, смотрите, примеры нужны. Ну почему я разговаривался, а мое время истекло, что хочу, то говорю. Вот, уже давно кому надо было, тут уже понял, деревья резать нельзя, закапывать кочки нельзя, все понятно. Слушайте дальше. Итак, 40 стоит автомобилей, в одной лежит, вспоминайте битву экстрасенсов, кто и не видел их. В одной лежит человек. Да его найти-то 5 минут, с рамками пройти. 40 делаются кастинг, их там десятки, сотни, и ни одному кто-то. А теория вероятности, если 40 человек ищут, где спрятан человек, 39 багажников пустых, 40-й лежит тело. Вот. По теории вероятности один всегда найдет. Все, звезда обеспечена. Ну, потом подскажут, понятно, там, знаете, как работает система слухов. Вот, то есть он теперь может до финала дойти, главное, он случайно обнаружил всех. Ну, пустите меня туда, я вам найду, вы 10 человек спрячьте, я найду все 10. Вы спрячьте 100 человек в багажнике, я найду все 100 рамками. А раз ни одного, значит, все это херня, значит, вся эта система, пустышка. Раз. Приходит толпа на дорогу. Вот здесь погибли, здесь гибнут люди, здесь гибнут люди. Самое умное, что было? А здесь, оказывается, когда-то метеорит упал. А может и... Ой, это случайно у меня. А может и упал. Только ты откуда знаешь? А то, что там трещины в земной коре, да ты возьми рамками и тут же скажешь, вот причина гибели. Не один, вот тебе экстрасенсы. Я смотрю на всю эту суету, на эту возню, как на это шоу. За роли заранее обговорены и пошло-поехало. Подсказка одному, другому и красиво выглядит. Вот это страшная вещь, ребята. Если бы руководители такие нашлись, ну кто-то бы. А потом журналистов привлек, а потом это, а потом или гонят с работы. Вот. Ну, можно же спасти людей тем, кто уже пенсионный возраст. А я завтра на пенсию. А возьму-ка я и займусь этим делом. Вот. А потом смотришь, прозвенит на всю страну.
Шанс-то есть, есть. Может, все это туфта. Никто никогда в это не поверит. Покрутит у виска, уволят, чертовой матери, ДПСника с работы. И все. Может и это быть. А знаете, как легко искать? Сидит шофер, рядом сижу я. 30-40 километров. И едешь, и вот ты где надо, там рамки крутятся. Все. Ошибка исключена. Вообще не может быть ошибки. А там, где уж совсем крутится бешено, ставь вот такой знак. А уж там, где уже стоят эти могилы, если так совпало, еду, крутятся, а вот уже это, цветочки, вот уже веночек сбоку. Нет, видите, сколько я проблем поднял? Дети тонут. Ну почему нельзя, чтобы выходили со школы все, которые прекрасно... А вы скажете, на всех не хватит бассейнов, не в каждой школе есть бассейн. Да отберите от матери у этих олигархов. Сейчас-то что стесняться-то? Сейчас-то что? Объяснить. Отдельный вход, тут твой этот, у тебя вилла там 5 гектар. Отдельный вход, и пусть дети ходят и учатся вместе с учительницей. И спасибо тебе скажут. И в школе твое это, когда ты помрешь, будет твоя это самая мемориальная доска. Вот. Олигарх Иван Иванович вот, научил детей плавать, пустил свой бассейн. Это подвиг, чтобы бассейн пустить, рассчитанный на одного человека. А там целая школа может, а они стандартные. 25 метров, олимпийская дистанция. А потом еще чемпионы там вырастут дети. Бассейнов не хватает. Сколько детей можно спасти? Здесь сколько людей можно спасти на дорогах? Вот. Когда каждый мальчишка пройдет курсы, у нас есть люди особо подготовленные. Это значит офицерский состав, ранний выход на пенсию, прошли огни, воды и вся грудь в орденах. Значит, прошли все точки. Значит, ни в огне не горят, нигде не тонут, ни черта не боятся. И вот представляете, такой мужик под 1,80 м, 1,90 м или даже 2 м со всеми регалиями приходит школьным учителем. Учитель, воспитатель. А там столько хамья развелось, а там поборы. Когда один, кто посильнее другого, который послабже, деньги тянет. Вот. И все притворяются, что их не касается. И учительница уже боится. И директор не связывается. Вот приходит такой человек, вот он и должен быть воспитателем. Учитель, воспитатель. И вот он приходит на урок, пусть он математики со школы не где-то, он просто сидит на задней парте. И попробуй кто-то вякнуть против учителя. И попробуй кто-то это. Он просто встанет, за ухо возьмет, выведет из класса. Через 5 минут тот вернется обратно, обратно в класс. Весь красный такой, красный, и уши красные. Сядет, и больше не это, до самого 10 класса будет тише воды, ниже травы. Вот такие воспитатели сейчас нужны. Настоящие воспитатели. А уж такой офицер, это высшее образование, он уже по сути педагог. Он солдат воспитывал, его теперь самое дело вот этих детей разболтанных. Вот. Наполовину чуть ли не геев вот этих, которых, чтобы вернуть их хотя бы обратно. Вот это надо. Все, ребята, выговорился. Я не могу иначе. Вы хотите, чтобы у меня инфаркт был? Вы хотите, чтобы у меня сердце лопнуло? Тогда вот хорошо, что вы все это выслушали. Пройдет время, опять повторю. Сколько раз расшить показывал это. Спасаться надо людей, некому только. Время меняется. Все. В школе самооборону не проходить. В наше время мальчики не проходят уроки самообороны в школе. А потом трусливо прячутся за женщин, когда хамы это самое торжествует. Опять дошел до этого, да? Ну что? До следующего раза. Все, наше время стекло. Вот. Артем Семенченко, я хотел пригласить вас печататься в наших, в российских, вот, изданиях.
черт его знает. Попробуйте. Дорожи-ка наши дети. Вот. Ну, сильно талантливый ребенок. Для меня ребенок 21 год. Вы же видели его, да? Ну-ка, его тут нет у меня. А нет, все, тему меняем. Все, друзья, мое время истекло. Я теперь, я сегодня буду спать спокойно. Потому что я надеюсь, что спасти одну человеческую жизнь. Жизнь за жизнь. Вот. И так готов отдать вам жизнь за жизнь. А уж тем более, когда мне это ничего не стоит, просто помочь кому-то, простить ситуацию. Страна на пороге страшных событий. Вот. А, все. Сейчас мы выходим отсюда. Вот они, гадюшники. Вы представляете, что нас ждет? Боже мой. Сейчас мы с вами зайдем в эту комнату и расстанемся на 5 минут. Интересно, половина или три четверти уже нету. Уже... Так. Народу, как обычно, зайдем в эту комнату. Так, народу, как обычно, все будет как обычно. Если смотрите, писем мало. Вот. Если есть вопросы, задавайте. Нет, и все, раньше закончим. Но тут еще, знаете, в чем дело-то? Во-первых, я скажу, раз уж тут действительно мало писем, одни приветы. Я скажу про обрезку, которую делает, учит делать. Итак, Александр Смотритель. Смотритель – это кличка, не кличка, погоняла, не погоняла. На самом деле Александр Николаевич, не Смотритель, а Песоцкий. Умнейший мужик. Сегодня я вам рассказывал, как он учит. Ямку в сторонке выкопал, канавку провел, и можно спасти дерево, которое с дуру было посажено. Еще раз, ямку в сторонке, канавку прокопал и спасаем дерево. Это, я говорю, он мою эту, все, что я долбил, он довел до совершенства. То есть, роем целую яму. Так спасаем. Теперь, вот это его фильм. Той дамы, которая ровно 10 раз больше. Видели? Вот. Комментариев у него хватает. И вы что, думаете, его тут по головке гладят? Вот тут вот. Вот это вот. Его по головке гладят. А да что ты несешь? Николаевич, тебя ждет моя судьба. Хорошо, если у тебя это, как песня поется, шелковое сердце, которое не болит. Вот. Еще раз, я железо представляю Александра Песоцкого, Александра Николаевича, из города Яшкар-Ола. Вот. Он противостоит так же, как я, вот этой дебильной системе. Придумать, это же сайта Тимирязевской академии. Вот их-то учили, они потом рассказывают, когда это самое, посылают фотографии на канал, где 1 000 000 подписчиков, посылают фотографии, а там умирающее дерево. И говорят, вот ветки это, ответ такой. Дерево-то вот такое, а листья все полумертвые. И ему уже хана, и причина сами знаете где. Вот, ведь не сказал где. А ответ такой, вот этих выпускниц. А вы теперь чашу, вот крона, вырежьте все, тут вот так вот, вырежьте, вот так вот. Туда пойдет солнце, и она оживится. Я глупее в жизни ничего не встречал. Ну вот нашелся этот самый Песоцкий, который взял жирный крест. И теперь что получается? Мы противостоим официальной науке, академической. Понимаете? Почему? Здесь видно, здесь отрезано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 видов веток принято считать вредных, ненужных, опасных. Их надо уничтожить. Уничтожить ценой обрезок на концо. Вот такой, уничтожить, уничтожить и все. То есть, если взять 1000 деревьев, вот таких вот, это не важно уже, груша, яблоня, абрикос, слива, все они неправильные. Если взять 1 000 000, весь 1 000 000 неправильный. Если верить этой схеме, ни одного правильного дерева в природе до сих пор не создано. Вы понимаете?
Александр Николаевич, огромное спасибо. Жалко, далеко сейчас мы. У меня тут с дня рождения бутылка коньяку так и лежит нетронутая. Вот. Дорогая, поэтому жалко ее выпить. С дня рождения, скоро год будет как лежит. Я бы с тобой бы ее выпил. Смотрите сюда. Видели? Вот это настоящий специалист. Вы видели? Вот. И все. Если вы вот сюда попадете, вы просто набираете брестское яблоко, почему нельзя обрезать деревья. И вот это он все объяснит, что вот это тоже все хрень. Вот, что нельзя вот этого делать. Вот это желтое, видите? Всю эту схему похерил. Вот. И все это объясняет, толково объясняет. Молодец, молодец. И знаете, все-таки это вызывает, я бы сказал, как бы сказать-то, это все-таки вызывает какую-то ненависть, вот буквально ненависть. А, вот это вот я наткнулся. Садовод и учитель. Этот человек меня учителем называет. У меня, конечно, я подсчет, но еще вопрос, кто из нас учительнее? Это я наслаждаюсь. Это я листаю кусочками. Это ж придумать такое, деревья неправильные. Вот. Вот видите, это он дорисовал. Вот. Как можно вот это, когда отрезаешь вот так, все, вот это место, все вымерзает, неужели непонятно? Нашли, где этот, на деревья издеваться? В России. Мужик более обстоятельный, чем я. Вот результат. Короче, смотрите, ищите и обрящите.